С вами маг и чародей Антон Чалей. И сегодня мы поговорим о людях и мире, в котором мы живем. Человек один из самых опасных хищников на планете Земля, который может истреблять целые виды животных, загрязнять атмосферу и делать вообще все, что вздумается. Вплоть до истребления себе подобных, что напрямую вредит Земле и окружающему нас миру. И с повышением заводских мощностей увеличиваются опасные выхлопы и токсичные отходы в окружающую среду. А что будет дальше? А дальше может быть только хуже. Человек всегда был и остается одной из частиц природы, как эта колода карт, он составная часть нашей Земли. Точно так же без одной карты карточной игры не получится. Все связано между собой, животные, насекомые, природные явления, небо и земля. Но в какой-то момент человек понял, что может быть выше всего окружающего и начал использовать все ресурсы Земли в своих интересах, выкидывая токсичные остатки своей деятельности. Природа это чувствует, но всегда будет рядом с человеком, так как мы единое целое. Но это может очень плохо закончиться или мировым потеплением, или очень сильными катаклизмами. Но все может быть иначе. Нужно начать следить за миром, в котором мы живем. Уменьшить количество выхлопов в атмосферу. Уменьшить количество вырубки леса и создавать альтернативные виды топлива, чтобы потом не было поздно. Ваши комментарии с прошлых выпусков, тут вы можете нажать на кнопочку и посмотреть все видео подряд. Сверху это Game Vlog плейлист, снизу это Magic Vlog плейлист, там фокусы. С этой стороны вы можете нажать на кнопочку и подписаться на канал, не пропускать новые видео, которые выходят практически каждый день. Также, если вам понравилось видео, можете поставить свой царский лайк, написать внизу какой-нибудь комментарий. Самые интересные из них попадают сюда. Всем пока!